Толкование, значение, сна, гадалка. Гадалка во сне по Сонику Миллера. Гадалка во сне — весьма необычный знак, который может сулить как положительные моменты жизни, так и ее отрицательные проявления. На что стоит обратить внимание? В первую очередь присмотритесь к тому, как выглядит гадалка, что она говорит, исходит ли от нее тепло и доброта, или напротив, вы переживаете за сказанное ей и испытываете страх. Благоприятные эмоции указывают на четкое понимание своей жизни, вы движетесь в верном направлении и не намерены сворачивать с пути. Сон подтверждает то, что все ваши усилия не напрасны, и вы достигнете многого, если будете двигаться с тем же выбранным ритмом. Если же сон принес тревогу, то и в реальной жизни вы будете испытывать схожие чувства. Непонимание своего будущего и нежелание разобраться в сложившейся ситуации влечет за собой негативные последствия. Пора уже определяться с тем, что хочется именно вам в этой жизни. К такому решению призывает вас сновидение. Подумайте над поставленными целями, а если таковых нет, то обязательно их себе загадайте и начните следовать по новому пути. Плыть по течению не получится, так или иначе придется принимать важные решения своей жизни. Сонник Фрейда, гадалка. Снится гадалка для женщины к общению с определенным полом людей. В большинстве своем такой даме будет легко заводить новые знакомства и строить дружеские отношения с представителями сильного пола, в то время как подруг у нее не будет совсем. Женщины станут видеть в ней исключительно соперницу и человека, способного на подлые поступки, в то время как сама женщина ни в чем подобном замечена не будет. Умение выстраивать дружеский союз с мужчинами поможет обрести уверенность и хорошие связи в рабочих делах, так что в ближайшем будущем карьера обязательно пойдет в гору, главное проявить стремление. Если вы гадалка во сне и предсказываете судьбу другому человеку любым магическим способом, гадание по руке, гадание на картах, то такой сон указывает на всеобщее одобрение благодаря неординарным взглядам на обычные ситуации. Вы в буквальном смысле сможете очаровать людей своим умом, развитым интеллектом и необычайной эрудированностью. Но стоит помнить, что никто не любит людей, которые пытаются умничать при любых обстоятельствах, поэтому старайтесь уместно демонстрировать свои интеллектуальные способности и не учить уму-разу тех, кто об этом не просит. В противном случае вы попросту наживете себе врагов и не более. И получите репутацию задаваки. Гадалка во сне по эзотерическому сонику. Гадать знакомому человеку, который занимает очень высокое положение в обществе, может сулить вам некоторые проблемы в рабочих процессах, где вы не сможете справиться самостоятельно. Вам незамедлительно потребуется помощь близких, которые смогут не только дать дельный совет, способный вывести вас из затруднительной ситуации, но и помочь увидеть решение там, где вы до этого его не видели. Не бойтесь рассказать о сложностях тем, кому доверяете, и уже вместе решайте запутанную ситуацию. Ведь, как известно, одна голова хорошо, а две значительно лучше и продуктивнее. Сонник Ванги, гадалка. Бояться предсказания гадалки в сновидении — очень положительный знак. Все испытания, уготованные вам судьбой, решатся легко и без каких-либо проблем. Вы сможете достигать намеченных целей, обходить препятствия легко, ведь фортуна будет не просто на вашей стороне, а буквально следовать за вами по пятам. В этот период вас могут посчитать невероятным счастливчиком, а ваш секрет успеха будет лишь в том, что вы станете искренне верить в то, что все получится. Продолжайте также стремиться и верить, и никакие преграды вам будут совершенно не страшны. Но как только придут первые сомнения, так и успех сразу же покинет вас. Не допускайте этого. Гадалка во сне по сонику мисс Хасси. Приснилась гадалка. Сновидение указывает на необходимость совершить ряд очень сложных выборов в ближайшем будущем, которые могут очень сильно изменить вашу судьбу. Выборы будут связаны с личными отношениями и с построением дальнейшего общения. Вы в буквальном смысле не будете знать, как двигаться дальше, в своих выборах придется чем-то пожертвовать, но обязательно важно прислушаться к своему сердцу, в противном случае вы рискуете допустить ошибку, о которой впоследствии сильно пожалеете. Гадалка раскладывает карты во сне, ждите приятных новостей, связанных с неожиданным приглашением на свидание или внезапных шагом от человека, который вам давно симпатизирует. Стоит ли соглашаться на новые отношения, решать только вам. Но в любом случае, вы сможете насладиться процессом конфетно-букетного периода и почувствовать себя очень значимым человеком в чьей-то судьбе. Быть гадалкой в сновидении предвещает встречу с человеком, имеющим значимость в обществе. Встреча поможет вам добиться какого-то жизненного результата, и вы сможете наладить свое материальное состояние очень легко и быстро.